Привет, это Свят. Сегодня 24 апреля, суббота, дождливая погода, и мы решили сгонять с Марусей покататься на картинге. Мы уже подъезжаем туда. Возьмем одну машинку двухместную, там есть такие, или возьмем каждому по машинке. Ну, посмотрим, сейчас приедем на место и решим. Здрасте. Да. Я как бы на треке на таком тоже первый раз, но на картинге катался раньше. Давайте я объясню, что на правило. Смотрите, заезд в 10 минут будет по часовой стрелке по ту сторону направления. Движение на встречу запрещено, также запрещена остановка без причины и грубая борьба. Не толкаемся, не врезаемся и так далее. Первый круг постарайтесь как можно аккуратнее, трасса мокрая, очень скользкая. Так что от вашей аккуратности будет зависеть, сколько вы катаетесь, а сколько сидите где-то на газоне, ждете, когда до вас доберемся и поможем выехать. Управление право, газ, лево, тормоз, две педали одновременно не нажимаются. Если вы развернулись, остановились лицом на третье движение поперек дороги, поднимаем руку, ждем безопасный момент для разворота, то есть во время маневра вас никто не врезал. Если увидите, что кто-то едет, пропускайте, только после этого начинаете разворачиваться. Если вылетели с трассы, сначала нужно остановить машину. Остановились, можно попробовать выехать обратно, не выходя из карты. Если не получается, застряли или заглохли, поднимаем руку и ждем, к вам подъезду помогут. Ну что, поехали. Поехали, поехали. Заносит, конечно, сильно очень. Трасса влажная, поэтому как только на повороте даешь газу, сразу занос случается. Я так понимаю, что нахождение в дрифте на этой машинке тоже нормально. А как хорошо! О, дрифт какой! Подняли руку вверх, убедились, нет никого. Разворачиваемся. О, блин. Ну что могу сказать? Интересно. Несмотря на то, что трасса влажная. О, парень поехал. Сразу видно, профессионально занимается. На меня этот инструктор смотрит, думает, тут, блин, дурак. Не умеешь ты ездить. Вот он показывает, как надо ехать. Боком валит. Наверное, специально ждал меня. Хорошо, что представитель картодрома тоже едет с нами. Мне это нравится. И очень такие ребята внятно все объясняют. Адекватно. Я думаю, что мы сюда приедем еще не один раз. Гонщица.
Конечно, дальше по кругу сейчас проедем, да? Все, супер. Как глушить это, эту штуку? Ладно, не будем проверять, просто вылезем. Спасибо, что с нами прокатились. Ну что, как дела? Нормально, понравилось? Да. Попа мокрая, да? Такая же тема. И что? Ну и что? Выкинет с трассы? Не зря мы приехали покататься в картинг на Дмитровском шоссе. Очень понравилось. Тут до нас проходили соревнования. Вот мы как раз после этого приехали. Встретили кучу народу с кубками, с шампанским. Ну, видимо, там призовые какие-то места кто-то занимал. Поэтому все это повыдали. Нам выдали два комбинезона. И Мане выдали дождевичок. Да. Вот. Но, тем не менее, все равно зад промок. Да, причем именно зад промок. Все остальное нормально, все остальное сухое. Вот. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока!